ребята, и помните, я вам обещала, что мы сегодня будем играть в Крафтмен. Вот. Вот, мы будем играть. Давайте создадим мир. Ресурсы. Ну да, это выживание, все. Сегодня мы будем выживать. И сегодня со мной играет моя подруга. Всем привет! Ай! Дундук, дундук, дундук. Тут никого нет, я не знаю, что делать. Ё-моё, я забыла. А что он ходит? Как-то сходит, по-моему. Короче. Да уйди. Короче, я сейчас перезагружу мир. Ну, создам другой, потому что в пустыне ничего мне делать. Блинс. Я, блин, ресурсы ограничены. Ну вот. О, тут тоже маленькая пустыня. Ну, в смысле, песок, я имею в виду. Самое главное, мы идем добывать самое первое, то, что нужно добыть. Ну, для меня. В крафтмене. Это дерево. Дерево, дерево, дерево. Рубим, срубаем это дерево. Ой, так. Извини, кстати, извините, пожалуйста, за посторонние звуки. Так, ой, извините, пожалуйста, я немножечко отвлеклась. Дерево, ну пофиг, я это буду. Так, мне верстак. Верстак нужен. В принципе, столько мне хватит. Ставим верстачок. Baby, baby, I don't know my name, name, name. Кстати, кто, ну, типа, некоторые, ну, некоторым детям где-то 6, 7, 8 лет, и тем, кто так, мне, конечно, никому не интересно, но я их старше, пишите, я, которым, ну, меньше 9 лет. Ну, короче, пишите я. Ой, путаю. Какой я? Пишите, сколько вам лет. Мне будет очень интересно. Ну, узнать вас получше. И пишите я, если вы играете в Майнкрафт. Я забыла то, что у меня выживание.
кровать нужна. Самое главное. Подожди, интересно. Элария. Что? Как ты думаешь, вау, золотая жила. Как ты думаешь, что важнее, кровать или дом в Майнкрафте? Конечно, дом. Я, там деревня. Побежали. Убей этого. Вы же знаете, я не ставлю.